Что делать, если ты изобрел чудо-аттракцион, а тебя не понимают? Ну как? Послезавтра. А лучше совсем не приходить. А ведь хочется, чтобы граждане блуждали в этом волшебном лабиринте и восхищались от увиденного. Вопрос валяй. А как у вас с техникой безопасности? Ага. Мало ли что там может произойти. Травмы какие-нибудь? Испуги? Отвечаю. Все предусмотрено. Соответствующие инструкции разработаны. Осталось их только утвердить, и можно приступать к массовому выпуску лабиринта. Как? Плохо. Остроумная комедия с блестящими актерами. Владимир Басов, Татьяна Васильева, Валентина Талызина. «Вечерний лабиринт». В четверг вечером на телеканале «Самара ГИС».